Мы продолжаем наш зимний сезон открытием выставки Клары Голицыной, замечательного мастера, художника, который выставляется в нашей галерее уже много лет. И для меня то, что вы сегодня здесь видите, это колоссальный пример того, как художник должен всегда открывать для себя новые горизонты и все время как бы становиться больше, чем-то больше, чем есть на сегодняшний день. Та энергия, которую вы видите здесь, она настолько поражает молодостью на самом деле. И такой как бы неспокойным отношением к себе. Вот обратите внимание, здесь есть работы, по-моему, особенно в том зале, как бы записанные, то есть когда вещи написаны поверх старых. То есть я знаю, что коллекционеры ходят, сокрушаются, говорят, ну как же, ну зачем, ну вот хорошие же картины были, зачем же их сверху перекрасить все. Но, видимо, без такого беспощадного отношения к себе не могло бы сложиться то творчество, которое вы видите здесь сегодня. Это такая вот, ну, это очень серьезный еще и урок для молодых художников, я надеюсь. Ну, я уже видел здесь сегодня некоторых, я думаю, что они еще будут приходить. Это серьезная школа, поэтому от лица галереи мы благодарим вас за предоставленную возможность показать в таком широком как бы спектре ваше творчество. Спасибо. Я надеюсь, что кто-нибудь из гостей, из друзей скажет пару слов. А мы вас поздравляем и благодарим. Я представляю здесь как бы первую часть творческой биографии Клары Голицыной, поскольку она закончила полиграфический институт. А мы занимаемся изданием журналов ДИ и Академии. И мы знали Клару Голицыну как художника, организовывали ее выставки. А 5 лет назад Клара пришла к нам с макетом своего первого каталога, который был уже фактически сделан. Она купила компьютер, купила учебник, по которому она его сверстала. И к нам пришла фактически с готовой идеей, которую нужно было подготовить типографию. С тех пор мы вместе сделали много каталогов. Мы уже сбились со счета. Самый последний сегодня. Каталогов, альбомов. Альбомов, да, каталогов, альбомов. Мы делали даже сборник поэтический альбом, сборник-альбом. Вот. Они представлены там на входе. Да, и вот тогда как бы мы познакомились с Кларой как еще специалистом по книжным изданиям. Не только как с художником. И все ее каталоги, она идет их дизайнером, с автором, составителем, мы ей только помогаем в этом. Поэтому вот ее энергия распространяется гораздо шире, чем те работы, которые вы видите на этих стенах. Она еще в каталогах, которые мы делаем с ней вместе. Вот, и в публикациях, которые регулярно выходят в наших журналах, посвященных творчеству Клары. Мы вас поздравляем, надеемся на дальнейшую плодотворную, долгую совместную работу. Я не буду долго говорить, потому что я болею. Я скажу всем спасибо коллегам, гостям, галерее. Большое-большое спасибо. Вам спасибо большое. Вам спасибо.